Здравствуйте, с вами магазин «База Звука». Сегодня мы рассмотрим комплект галогеновых ламп от компании Osram на цоколь H1, серия Nightbreaker Unlimited. Это самая мощная серия компании Osram по лампам. По сравнению со стандартной лампой, яркость на 110% больше, дальность на 35 метров дальше светит данные лампы. Из-за этого, из-за яркости сильной, страдает срок службы лампы. Он примерно наполовину короче стандартный, ввиду того, что яркость достигается, спираль у нас идет намного тоньше, чем в обычной лампе. Такой комплект. Артикул данного комплекта, кстати, 64150NBU. Давайте мы откроем наши лампы и посмотрим их поближе, также подключим и увидим, как реально они светят. Вот такая упаковочка. Аккуратно все открывается. И наши лампы. В принципе, по внешнему виду ничего не скажешь. Обычные лампы H1. Кстати, H1 цоколь может использоваться в ближнем, в дальнем, в противотуманках. В принципе, распространенный, один из самых распространенных цоколей. Подключаются на 12 вольт данные лампы. Мощность у них 55 ватт. Так, сейчас мы их и подключим. Так, вот такое вот свечение выдает лампа. Очень яркая, даже хочу сказать, что примерно на уровне ксенона выдает яркость. Цвет мы видим, немножко идет желтым оттенком. Так вот одна лампа у нас идет, и также вот вторая. Все отлично светят. Более подробные характеристики и стоимость по данному комплекту вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.